Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Music Market. Сегодня мы рассмотрим цифровое пианино начального уровня от китайской компании Nux, модель NPK-10, и постараемся ответить на вопрос, заслуживает ли этот инструмент вашего внимания. Компания Nux, или как принято говорить по-русски Nux, была основана в 2006 году в рамках корпорации Cheerup Technology и достаточно быстро завоевала признание среди гитаристов всего мира. Все благодаря вполне бюджетным, но качественным и разнообразным педалям и процессорам эффектов. Добившись определенного успеха, специалисты Nux взялись за существенное расширение своего производства. Сегодня, помимо гитарных эффектов, ассортимент компании включает в себя комбо-усилители для акустических бас и электрогитар, компактные радиосистемы, электронные ударные установки, цифровые пианино, дибоксы, фусвичи и аксессуары. Передо мной цифровое пианино Nux NPK-10, единственный на сегодняшний день переносной инструмент этой фирмы. Пианино оснащено полноразмерной клавиатурой на 88 клавиш с имитацией градуированной молоточковой механики. Матовое покрытие клавиш, выполненное под слоновую кость, делает их очень приятными на ощупь, и по нажатию они действительно схожи с клавишами акустического фортепиано. Важно отметить, что каждая клавиша оснащена тремя физическими сенсорами, что обеспечивает мгновенный отклик и аутентичное ощущение от игры. Кроме того, клавиатура имеет 5 уровней чувствительности, что позволяет очень точно передавать мельчайшие нюансы исполнения в зависимости от индивидуального стиля и личной манеры игры. За звучание NPK-10 отвечает звуковой движок Dream 5708 DSP, обеспечивающий максимальную полифонию в 189 голосов. Это рекордное значение для пианино начального уровня, которым не может похвастаться ни один аналог более именитого бренда в данной ценовой категории. Все это позволило сделать звучание инструмента очень живым и натуральным, что особенно ощущается при игре с атакой. Всего в NPK-10 предусмотрено 12 тембров различных инструментов, среди которых, помимо тщательно проработанного акустического рояля, есть электронное пианино, несколько органов, струнные, клавесин и даже саксофон. В сочетании с эффектами обработки, реверберация, дилей, хорус и яркость звука, функция Layer, наложением двух тембров друг на друга, это позволяет очень гибко подобрать подходящее звучание под характер исполняемого произведения. Выбранные настройки можно сохранить в один из двух доступных слотов и с легкостью вызвать в любой момент. Для совместной игры на одном инструменте предусмотрен режим дуэт, в котором клавиатура пианино делится на две части с одинаковым регистром. Полезная функция для занятий с педагогом. Точку для разделения клавиатуры можно задать вручную. Для работы над ритмом в NPK-10 есть встроенный метроном. Его темп и количество долей в такте также можно задать вручную. Кроме того, в инструменте имеется 12 встроенных барабанных паттернов в различных музыкальных стилях, от джаза и фанка до латины и вальса, которые сделают исполнение более интересным и экспрессивным. Из стандартных функций в инструменте предусмотрено транспонирование в пределах одной октавы, возможность калибровки нот и ля, а также библиотека из 30 встроенных демо-композиций. При желании свое исполнение можно записать во внутреннюю память инструмента,
а также прослушать сделанную запись. Стоит учитывать, что при отключении питания запись удаляется. Важная отличительная особенность Nuxe NPK10 – наличие встроенного модуля Bluetooth, который предназначен как для проигрывания музыки с какого-нибудь мобильного устройства через динамики пианино, так и для занятий с бесплатным приложением PianoMate, доступным для скачивания в App Store и Google Play. Это обучающее приложение позволяет пошагово выучить различные известные композиции, отработать трудные места и существенно повысить исполнительский навык. Выполнено NPK10 в очень стильном компактном корпусе и доступно в двух цветах – белом и черном, благодаря чему оно отлично впишется в любой интерьер. Основные органы управления расположены на верхней панели. Тут есть кнопка включения, кнопки регулировки уровня громкости, вызов тембра рояля, включение-выключение метронома, клавиша Play-Stop и кнопочка Function. Также тут есть светодиодные индикаторы уровня громкости и статуса Bluetooth, а все кнопки оснащены подсветкой. Для управления остальными функциями инструмента используется сочетание кнопок и клавиш. На задней панели пианино расположен вход для адаптера питания, линейный выход выполнен в виде двух разъемов, двух джеков, вход AUX-IN мини-джек, порт USB Type-B для подключения к компьютеру и использования инструмента в качестве MIDI-клавиатуры, а также разъем для подключения педали сустейна. В нижней части инструмента находится разъем для подключения опционального блока из трех педалей, а два выхода на наушники в формате мини-джеков удобно расположены спереди. При подключении наушников динамики инструмента автоматически отключаются, благодаря чему заниматься можно даже ночью, не беспокоя соседей. Сами динамики в этой модели расположены в нижней части инструмента, что достаточно необычно. Отдельно стоит отметить, что мощность каждого динамика составляет 10 Вт, чего хватит не только для домашних занятий, но и для небольших выступлений. В комплект с инструментом входят педаль сустейна, пюпитер, адаптер питания, тряпочка для протирания глянцевой поверхности пианино, руководство пользователя и руководство по настройке всех доступных функций. Стойка для инструмента, панель из трех педалей и наушники продаются отдельно. В качестве наушников для комфортных занятий можем порекомендовать модель 3000 от французской компании Rodive. Эти полноразмерные мониторные наушники оснащены 40-мм динамическими драйверами, которые обеспечивают чистое и естественное звучание в частотном диапазоне от 15 Гц до 22 кГц. Сопротивление наушников составляет 32 Ом, а чувствительность 92 дБ. Смена амбушюры и мягкое оголовье обиты искусственной кожей, наушники удобно регулируются, не давят на голову, что позволяет заниматься на протяжении длительного времени без ощущения дискомфорта. Акустическое оформление Prodive 3000 закрытое, благодаря чему до окружающих не будут долетать звуки от ваших занятий, а вы не будете отвлекаться на посторонний шум. Односторонний кабель длиной 3 метра не будет сковывать движение, а входящий в комплект переходник с мини-джека на джек позволит использовать эти наушники с любым оборудованием. Доступна данная модель в трех цветах – в черном, белом, красном – и станет элегантным дополнением к выбранному вами инструменту. Ну что ж, а теперь пришло время подвести итог. Цифровое пианино Nuxe NPK10 имеет огромный потенциал. Этот инструмент не перегружен лишними бесполезными функциями, как многие модели других китайских брендов, но зато при его производстве особое внимание было уделено самому главному – звучанию и качеству. Впечатляющее количество голосов полифонии и трехсенсорная клавиатура ставят эту модель вне конкуренции в своей ценовой категории. NPK10 прекрасно подойдет тем, кто ищет пианино для начального обучения, как в музыкальной школе, так и для самостоятельного освоения. А встроенный модуль Bluetooth вкупе с фирменным приложением и возможностью подключения блока из трех педалей лишний раз это подчеркивает. Весит инструмент 12 кг 200 граммов и вполне подойдет для репетиций, а при установке пианино на деревянную стойку вы получите стильное дополнение интерьера. Притом не только домашнего, как я сказала раньше, мощности динамиков NPK10 вполне хватит для использования инструмента в небольшом кафе на несколько столиков. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если это видео было для вас полезным, и не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях, мы обязательно на них ответим. Всем пока и до встречи на канале Music Market.